Регистрация участников международной выставки «Иннопром-2024» в Екатеринбурге началась с 13 мая и продлится до 1 июля. Сама же выставка пройдет с 8 по 11 июля. Главное промышленное событие страны привлекает большой интерес. Бьет рекорды по количеству желающих представить свои продукты и идеи на выставке. Число заявок превышает доступные места. Страной-партнером «Иннопром-2024» стали Объединенные Арабские Эмираты. Национальная экспозиция ОАЭ будет занимать целый павильон, где посетителей ознакомят с перспективными разработками и приоритетными направлениями промышленно-экономического сотрудничества между странами. Свердловская область представит свой научный и промышленный потенциал на коллективном стенде, где будут представлены компании из различных отраслей, такие как машиностроение, химическая и энергетическая промышленности, а также сфера информационных технологий. Ожидается участие более 45 тысяч гостей и среди запланированных мероприятий стратегический бизнес-форум «Россия-ОАЭ», где будут обсуждаться совместные проекты. Это событие обещает стать плодотворной площадкой для развития деловых отношений и обмена опытом между участниками разных стран и отраслей экономики.